Хороший отдых – это вовсе не обязательно лежание на пляже или монотонный труд на дачном участке. Если подойти к организации досуга творчески, то можно сделать его не только интересным, но и полезным для здоровья. К примеру, 21 июня на свежем воздухе в Твери прошел флешмоб с элементами йоги. О том, как это было, смотрите в нашем сюжете. Солнце, воздух и прекрасная погода. Десятки тверичан решили провести этот летний день на природе, причем с пользой для здоровья, занимаясь спортом, йогой. Это направление становится все более востребованным среди тверичан. Занимаются йогой не только для того, чтобы привести в себя в хорошую физическую форму, а для нечто большего. В йогу пришли по большому желанию. Движение в жизни сейчас идет достаточно, все очень активно. И где-то хочется немного успокоения, отвлечения от внешнего мира, углубиться вовнутрь себя. И как раз позволяет это сделать адаптивная йога. Кто-то впервые пришел заниматься адаптивной йогой, кто-то уже практиковал это направление. Первый и пока единственный амбассадор адаптивной йоги в Твери Наталья Имая. Дипломированные специалисты подчеркивают, что эффективность этого направления очень высокая. Адаптивная йога – это работа под запрос клиента. Если клиент приходит и говорит: «У меня болит спина», наша задача – простроить практику так, чтобы этот запрос удовлетворить за кратчайшие сроки. В адаптивной йоге от точки А до точки Б результат можно увидеть буквально за 8 недель. Такой флешмоб не последний. Организаторы планируют сделать такие мероприятия на регулярной основе, тем самым приобщить большее количество тверичан к адаптивной йоге.